Вроде глубокую захотела. Попробуй сама, нет, ну может быть ты войдешь сейчас сама, что ты интуитивно где дырочку делала, чувствуешь? Первый этап подготовил, вот молодец, а теперь молодец, поднимай, туда иди, вторая рука перехватывает и делает вот так, умничка, ищи, умничка. Все, 1 сантиметр остается. Не, это до конца, это ты 1 сантиметр, когда я вела, потом перехватываешь, подними ручку, пожалуйста, Леночка, вместе со шприцом, а теперь локоть опусти, еще локоть. А шприц вот туда, хорошо? Пальчик, можно головку назад вернуть? Спасибо огромное. Я придерживаю тут на всякий случай, да? Ты видишь до конца. Вот, еще. Умничка, перехватывай теперь побери. Нормально, по-человечески, правой рукой, расправша. Ручками зафиксировала, Лена, вот так, да. Пальчик поставь повыше вот этот, вот так. Чтобы вот, умничка. А теперь, Леночка, смотрите, нужно не вести конюли, чтобы по коже у нас вот так ехала, ее надо вот приподнять. Вот, прекрасно. И теперь выходим и давим аккуратно на поршень. Очень не сильно, потому что много препарата очень не идет, не надо силу управлять. Совсем чуть-чуть. Вик, понятно? Да, я повторяю эти движения, да. То есть здесь важно не вести вот так, а вот вам контроль, помнить, что... Так, 1 сантиметр остался. Умничка. Теперь надо взять опять за муфту, все в обратный... Вот раз, два, прекрасно, подтянули. Один пальчик, второй тоже этот, и вот так вот может поближе, второй пальчик поближе. Да. И не так лихо, вот не за... чтобы не заваливать. Рядом, помните, я сказала, они друг с другом должны идти. Ползи вот сюда, где я держу. Вот там где-то 3-4 миллиметра. Пальчик не работает, вторая рука. Тяни вниз. Вот, вот. То есть у вас как на арфе должна быть вторая рука, как вот четко вы должны... Лен, много получилось у тебя расстояние, потом еще между ними. То есть у тебя получилось вот так. Вот нужно между ними еще запустить. Надо будет запустить еще. Сейчас мы просим Олечку вернуться к нам. Выходим, не гнем. Ручка держать не надо, Лен. Ты лучше помоги. Вот да, вот чтобы вот кожаная. Молодец, Сенечка. Теперь мы вот между теми двумя линиями. Да, вот, все, а то ты опять найдешь на первую. Перехвати, пожалуйста. Перехвати. Так. Умничка. Не вези, что надо сделать. Молодец. Вопрос, куда? Туда. Как? Не так? Вот так. Не гни, не безобразничай. Еще один, да, у нас остался. Леночка, я бы вот сюда вот чуточку бы попробовала. Да, вторая ручка работает, кожу натягивает. Так, все, шприц уже держишь правильно, уже понимаешь.